Этот процесс длится с 2008 года, и все это время подсудимые находятся в следственном изоляторе. Этимат Исмаилов и Аббас Джафаров постоянно жалуются на слабое здоровье. А тут еще поправки в УПК, согласно которым обвиняемые в экономических преступлениях не должны во время следствия находиться под стражей. Я готов находиться под подпиской о невыезде в Челябинске, пользоваться услугами медиков Челябинской области. Находиться здесь вы, если я на одну минуту или по моей вине будет сорван процесс, прошу, лично сам прошу, применить в отношении меня самые суровые меры, какие только возможны. Но разговор идет о моем здоровье, ваша честь. Чтобы поправить здоровье, подсудимые готовы внести залог и дать подписку о невыезде. Но тут вмешался еще один обвиняемый, бывший директор продкорпорации Шватченко. Он традиционно прячется от камер, поэтому голос звучит за кадром. Если сейчас их выпустить, мы их просто вообще никогда не увидим. То, что неохота сидеть в СИЗО и в тюрьме, я думаю, вообще никому неохота. Когда слабое здоровье, то зачем со слабым здоровьем воровать? Нужно заранее об этом думать. Суд рассмотрел все доводы и принял решение продлить срок ареста. Причин несколько: наличия у подсудимых родственников за границей, слишком небольшая сумма залога 500 тысяч и отсутствие медицинских показаний для выхода на свободу. По словам судьи Гальцева, к врачам обвиняемые обращаются только в дни судебных заседаний. С учетом изложенного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для изменения подсудимых меры пресечения на иную, не связанную с содержанием под стражей. Слово берет адвокат Исмаилова. Я не могу в настоящее время осуществлять защиту Исмаилова, потому что считаю, что наличие всех защитников, в том числе и меня, является фигурой номинальной. Наше мнение не учитывается. Более того, не учитываются нормы закона, которые в настоящее время действуют и приняты. Вы оспариваете решение? Я не оспариваю решение, я заявляю себе самоотвод и прошу данное ходатайство разрешить. Самоотвод адвоката на решение суда никак не повлиял. Подсудимые остаются за решеткой. Указ президента, ему наплевать на указ президента. Да, получается? Ничего.